Опа! Опа! Здравствуйте! Все, кто заказывал сафари? Кто заказывал такси на Дубровку? Я... Ну мы поедем, посади, стань. Да? Поехали, Лола. Вот такое у нас сафари со львами, господа. Вот так она путешествует. Лола автомобилист. Она любит кататься. Ну, скажи, заодно, конечно, я и потрусь. Но на закате львица в автомобиле. Скажи, держите меня 7, а 8 не удержите. Она там не зацеловала до смерти? Не, не до смерти, так. А тут сейчас лево, смотрите, вот нападает. Кругом ли вы? Скажи, моя машинка, я люблю на ней кататься, да? Йо-хо-ло-ло! Все, она нашла себе место. А там компания, господа. Уселась между на второе сиденье. Ну, прям. На задних рядах у девочки уже такая истерика смеховая. Лола, твоя остановка, выходи. Лола, это на прощание, скажи. У тебя ж не видит такой сюрприз. Лола. Давай. Твоя остановка. Давай, выходи. Давай, коняка. Давай, ну. Олег Алексеевич, не бросайте фотографа. Поснимай воздух поснимай, я рядом, да. Вот так. Ради Лолы. Да. Вот аттракцион. А он платил пассажир? У нее оплатила вперед. Бизнес-класс. Оба. А эти завидуют, думают, что такое? Красиво, зато у вас же стрелки красивые. Аня! Да? Иду? Сюда, вперед. А, вперед? Ай, моя хорошая девочка, все, ты дошла наконец. Все, все. Ты до всех скажи на прощание к хозяину.